Подобный чемпионат проводился в нашем городе еще при Советском Союзе. С тех пор Сочи впервые принимает яхтсменов в таком большом составе – более 200 спортсменов. Причем достаточно опытных, которые претендуют на попадание в сборную команду страны. Будет отобрано 20 сильнейших экипажей и дополнительные еще 10 для резерва. Вот эти экипажи, они сейчас между собой соревнуются за то, чтобы получить все-таки это право, итоговое участие и защита чести нашей страны на Олимпийских играх. Может быть, поэтому яхтсмены сосредоточены и даже несколько напряжены. Последние минуты перед выходом в море. Надо досконально проверить яхты и морально настроиться на победу. Сейчас самый важный момент. Спортсмены спускают яхты на воду. Конечно, им нет до интервью, но мы пытаемся задать вопрос. Скажите, пожалуйста, откуда вы приехали? Я приехал из Тольятти с целью отбираться в сборную России. Настроение супер, потому что я люблю Сочи, это один из моих любимых городов. Тут и акватория хорошая, и клуб вполне приличный. Да и вообще, все-таки как-никак олимпийская столица. 18-летний Виталий убежден, у него есть шанс, и не использовать его было бы неправильно. Поэтому сейчас задача только одна – пройти дистанцию достойно. Об этом же мечтает и яхтсмен из Анапы. Так отгоняться и в квалификационной гонке, и в медальной, чтобы войти в пятерку лучших. В Анапе другие погодные условия, в Сочи немного другая акватория. А чем здесь сложнее, легче, может быть? Ну, тут другой ветер, тут горы идут, там, ну, другая обстановка. Соревнования проходят в 8 олимпийских дисциплинах, 470 мужчины и женщины, лазер-стандарт мужчины, лазер-радиал женщины, фин мужчины, 49-й мужчины, катамаран, накро-17 микс, смешанный экипаж и 49-й FX женщины. В море сегодня вышло 173 спортсмена. Многие из них занимаются парусным спортом более 10 лет. Гонки будут проводиться в зависимости от погоды вплоть до 4 октября. И зрителями смогут стать все желающие. Вход на территорию яхт-клуба свободный. Елена Всецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.